Поднялись мы на гондолу. Сейчас на гондоле поедем в сторону снега большого. Сейчас нас подхватит. Держи их хорошо. Сейчас скорость набирать. Ой! Видишь, Максима, ты на санках хотел кататься. Максима, ну как ощущения? Смотри, на каких санках здесь можно кататься. На каких? Вон, видишь, уже такая. А, поднимаешь вниз, который. Вот это тоже прикольно, да? Ну, такое и у нас есть. Смотри, для всех лыжников. Он спускается хорошо на лыжах. Вон маленький гондол. Это же он поперек идет. Для детишек сделано. А. Школа для детишек. Она, если там держится, она. Мне все равно страшно. Я. Мой дух захватывает. Да, но спуски здесь конкретные. О, фу, знаешь, откуда ап. Застряли. Ну такое, как всегда, случается только с нами. Еще и встали. Так они все стоят. Сейчас там, наверное, кто-то не успел выйти или зайти. А, кто-то тормознул. Все, останавливаемся. Или кто-то застрял. Сейчас пока обороты наберем. Все равно пушки стоят здесь, да? Ну, на всякий случай. Ох, ну здесь спуски конкретные. Это уже, да, смотри, кто уже умеет. Но если ты здесь улетишь, то ты улетишь конкретно. И вот все это время, это вода, да? Ой, смотри, это нужно менять. Черная пушка называется. Она такая шталь, да? Все подготовлено. Водопадов здесь не видно. Ну что, как ощущения? Хорошо? Эмма, боишься? Эмма. Пускай наслаждается, что мне это я смотреть буду.
А вот водопад был, он замерз. Вода стекала и замерзла. А. И лавина вон сошла. Ага. Снег сходит. Счастливый, да? Ну, не всегда везет. Тебе везет такое. Смотри, вот здесь вот, кстати, водопад шел. Замерзло все. Это мы сейчас поднимаемся на ледник, да? Тут ледники сейчас будут. Ледники? Да. Не лампочка. Солнышко. Мы здесь, я наконец-то. Не, это от снега так. Видишь, лавина, чтобы он опору не сорвало. Аж на дух захватывает, да, переезжаешь через это. Это ледники, да. Они аж не дышат. Максима, страшно? Страшно? Нет? Смотри, какой смельчак у нас. Ну, она еще-то не воспринимает. Ух ты! Нет. Но это все вес, да? Это все канаты, это все вес. А что провод не провисал, он натяжники ходят с ним тоже параллельно. Вот эти ролики пустые ходят, это натягивают, чтобы не свисал. Два толстых каната и один такой. А, вот это тоже. Да, и на низ спускается. Как муравьи? Нет, Максима, здесь ты. Здесь. Нет. Так, санки приготовь, чтобы сейчас мы могли бы. Ты тоже хочешь на таких лыжах кататься?
Но мы на таких лыжах, но сначала у нас мы получимся покататься, да, на наших лыжах? Да, да. Я так смотрю на эти лыжи. Димочка, скажи, целый день едем, едем куда-то, едем и никак не приедем. Мы здесь сейчас будет интересно, да? Уже совсем довольно таки наверху. Ну как, Эмма, хорошо? Эммочка, без слов. Одни эмоции. Здесь они хорошо сделали. Солнце с той стороны. Мы сейчас в тени. Поэтому и снег лежит здесь. Виша, вот катапульта стоит. Ну туда ставят такой этот, да, и потом вау, и ушел. Могут и наверх стрелять, и вниз. И кто-то сидит в этом катапульте, что ли? Кто адреналина хочет? Все стекла такие поцарапаны. Эммочка, тебе страшно смотреть? Страшно. Нет. А, нет. Тут они довольно-таки хорошо, видишь, там спускаются, да? Вон, вон, смотри, пещера внизу. Тут на лыжи спустился, и потом обратно. Это как туннель вон на заход. Ага, как туннель вон на пещеру. Но я бы, честно сказать, я бы не знаю. Не-не-не, по таким кататься. Да, но людей здесь, конечно. Оля, заходи сразу сюда, справа. Макс, иди за мамой, за мамой, за мамой. Оля, ты вся в загадках, да, куда я вас затянул? Thank you.
Наверх последний, еще последняя этот, поездка осталась. Еще одна будет и все. Мы на предпоследний едем. Это Максима. Мы сейчас в горе едем. В самой горе внутри. Наверх смотри. Я же вам пообещал, у нас будет тоннельный этот. Это довольно-таки быстро едет, да? Эмочка без эмоций. Макс, все нормально?